Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим о 5 самых востребованных моделях тактических перчаток, которые существуют в ассортименте нашей компании. Поэтому видео и будет так называться «Топ-5 пар тактических перчаток». Перчатки являются непременным элементом в тактическом гардеробе, так как они обеспечивают безопасность и защищают наши ладони при работе с оружием, при преодолении препятствий, а также при транспортировке тяжелых грузов. Кроме того, перчатки выполняют маскирующие функции, что важно при выполнении боевых задач. В нашем списке предоставлены перчатки от всемирно известных брендов. Это и Heat Company, и Seal Skins, и Ironclad, а также Mechanics, продукции которой пользуются спецподразделения по всему миру. Место под номер 5 занимают перчатки Mechanics Fast Fit, которые отличаются простотой, надежностью и удобством. Покрой перчатки обеспечит пальцам естественное расслабленное положение, что позволяет брать мелкие предметы, такие как, например, стержень толщиной 6,5 мм. Искусственная замша на внутренней стороне перчатки имеет нескользящую фактуру и выдерживает 2000 циклов на истирание. Поверхность пальцев в ладони позволяет работать с сенсорными экранами. Перчатки Fast Fit фиксируются на запястье при помощи нерегулируемой резинки, что позволяет их быстро снимать и надевать. А специальные текстильные петли предназначены для их фиксации на карабин. Если в двух словах понадобится охарактеризовать эти перчатки, то это будет звучать так, как простота и надежность. Четвертое место занимают перчатки Tactical Grip от бренда Ironclad, который предназначен для широкого спектра задач, таких как управление автомобилем, работа с оружием, преодоление препятствий и многое другое. Специальное силиконовое покрытие DiamondClad на внутренней стороне ладони и пальцев обеспечивает отличный хват и позволяет брать мелкие предметы, а небольшая накладка из микроволокна на внешней стороне большого пальца позволяет вытереть пот с лица при нагрузке. За подвижность кистей отвечают небольшие неопреновые вставки, установленные в костяшках пальцев. Они же защищают кисти от легких ударов. Регулировка манжета осуществляется за счет удобных пад из TPR материала. Небольшая накладка из термопластичной резины на манжете облегчает надевание перчаток. Также снабжена небольшой прорезью для продевания шнура. Эти перчатки выполнены с учетом всех требований военных профессионалов, но могут быть применены и в повседневной жизни, как перчатки с высоким запасом прочности. Под номер 3 мы представляем зимние стрелковые перчатки Shooting от английского бренда Seal Skins. Они предназначены для организации стрельбы в условиях низких температур и сильной влажности, поэтому выполнены из мембраны ткани, которая обладает дышащими и влагонепроницаемыми свойствами. Ладонь перчатки выполнена из мягкой кожи, что обеспечит ей отличное сцепление с оружием или с иными предметами. Широкая манжета выполнена из неопрена и регулируется при помощи широкой паты на липучке. На внешней стороне большого пальца есть накладка из микрофибры, которую можно потереть стекла очков, либо вытереть пот со лба. Отличительной особенностью перчаток Shooting является откидывающийся клапан на мощном магните, что удобно не только при высокоточной стрельбе, но и при использовании сенсорных приборов, что опять-таки делает эти перчатки универсальными. Перчатки, занимающие вторую позицию, называются Impact, производится компанией Mechanics. Они относятся к классу тактических, так как их основное предназначение – защита кисти от механических повреждений. Также они удобны при обращении с оружием, так как их ладонная поверхность выполнена из прочной, нескользящей искусственной замши с ударопоглощающим покрытием XPD. Их тыльная сторона оборудована накладками из TPR-резины, которая также обладает ударопоглощающими и эластичными свойствами. Она не токсична и не вызывает аллергии. Указательные пальцы адаптированы накладками для использования сенсорных приборов. В тех случаях, когда перчатки не используются, они легко подвешиваются на снаряжение, так как оборудованы специальными текстильными петлями. Эти перчатки являются своеобразной классикой в сфере защиты кистей и могут применяться не только в штурмовых подразделениях, но и экипажами бронемашин и в артиллерии. И под номером 1 мы представляем перчатки Heat 3 от австрийского бренда Heat Company. Они представляют собой гибрид варежек и перчаток для того, чтобы обеспечить наилучшее теплосбережение и высокую чувствительность при использовании приборов. В качестве утеплителя применяется высококачественный прималов, который сохраняет тепло даже в намокшем состоянии. Те части варежек, которые соприкасаются с оружием или иными предметами, снабжены кожаными накладками. Верх варежки выполнен из прочного синтетического материала. Для того, чтобы открыть доступ к интегрированной перчатке, необходимо открыть молнию и выпустить пальцы наружу, а утепленный клапан закрепить при помощи мощного магнита. Встроенная перчатка выполнена из эластичного дышащего материала, который также сохраняет тепло при использовании приборов и при стрельбе. Пальцы перчаток имеют высокую проводимость, что важно при использовании сенсорных приборов.
Две прочные петли, пришитые между пальцами, служат для быстрого снимания всей перчатки. На внешней части перчатки есть карман на молнии для размещения химической грелки. Для того, чтобы пользователь случайно не потерял варежки в снегу, они снабжены эластичными петлями на запястьях. Этот теплый и многофункциональный предмет зимнего гардероба могут применять как профессиональные военные, так и туристы или профессиональные фотографы. Все перчатки, предоставленные в этой пятерке, не выстроены по принципу качества, но являются наилучшими в своем сегменте. Их можно приобрести в нашем магазине. Спасибо всем за внимание. До новых встреч!